Также многократная заслуженная спортсменка в Канкуре на международной арене Александра Набатникова. Аплодисменты ей и ее замечательному жеребцу Калату Кама. Аплодисменты, друзья, на Александра Набатникова. На старт, внимание! Больше аплодисментов, хлопайте в такт музыки, не стесняйтесь, хлопаем, 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 поехали, Александра Набатникова. Конечно, верный друг. Кама то Кама. Аплодисменты. Я, Александр. Ее лошадь Лахтика. Встречайте аплодисментами. Алина Прыскина. Если Алина, даю вам старт. На старт. Внимание. Посмотрите, как сносно и тепло нашему боевому клёпу препятствием Алина Прыскина. Поддерживайте ее вашими аплодисментами. Идем далее, дорогие друзья. Аплодисменты Екатерина Малахова. Мы готовы дать вам старт. На старт, внимание. Екатерина, к сожалению, выпала. С результатом 38 баллов и временем 40 секунд 9 десятых занимает Валентина Потапова. Аплодисменты Валентине Потапову. Но теперь, как я и предполагал, двойка наших лидеров. Два человека, два всадника, которые набрали максимальное количество баллов 44. 44 балла, но время 43,8 секунд. И второе место занимает Андрей Горчаковский. Аплодисменты Андрею!
И мне кажется, кто чувствует свой успех, она даже тогда не снимет свои очки. 44 балла, 41,6 секунды. Александра Набатникова, первое место. Аплодисменты! Итак, дорогие друзья, церемония награждения состоится после нашего умного биатлона. Но пока наш курс-дизайнер меняет абсолютно все на этом поле, хотя нет, не все, а какие-то только части, для того, чтобы подготовить наше боевое поле к следующему состязанию. Конный биатлон. Дорогие друзья, у нас есть 10 минут для того, чтобы собраться на этих трибунах в еще большем количестве. Через 10 минут мы с вами увидим финальное, заключительное состязание нашего турнира.